Руслан, ну, сегодня команда вышла из отпуска. Как твой настрой? Как провел отпуск? Успел отдохнуть? Настрой, как всегда, боевой. Вот, да, успел отдохнуть, слава богу. Съездил в деревню, бабушка с дедушкой там долгое время пробыла, неделю-полторы. Вот, потом приехал в Москву на пару дней, сдавал диплом ГОС, и вот все, когда закрыл, уехал в Воронеж уже там с друзьями, провел время и с близкими. Как диплом, как сдача диплома? Да, все отлично, опять все сдал ГОС и диплом, поэтому все хорошо. Вообще удалось вот там 3-2,5 недели, удалось перезагрузиться, как-то заставить прошлый сезон в прошлом? Да, да, да. Я говорю, вот, наверное, вот в деревне, когда какое-то умиротворение есть, ты отключаешься от всего, социальных сетей, я ничего не читал, интернета там особо нет, потому что там ребята, которые писали, я на связь там через 2-3 дня выходил. Вот, поэтому полностью отключился от всего, и уже сейчас с новыми силами можно рваться в бой. Кого больше всего рад видеть из наклубников? Да, кому больше соскучился? Для всех ребят, если честно, очень рад видеть, и прям теплые встречи всегда после отпуска, и когда это такое долгое время не находишься в команде, все равно это уже семья, все стали настолько близкими, что всегда хочется увидеть их после долгой разлуки. Летом случилась перестановка кадровая, Мележиков покинул пост, пришел Малышев. Вообще, как был ли ты на связи с Мележиком, может быть, как-то тепло с ним попрощался? Ну, еще как бы не попрощался, но мы все равно еще увидимся. Я просто думал, лучше сказать все слова, там, теплые слова поддержки и все благодарности за то, что он сделал для нас вживую. Вот, поэтому буду ждать встречи. Ну, как вообще отреагировал на эти новости? Или в деревне? Да, я как бы старался отключиться от всего и особо там не читал никакие новости. Потом уже приехал, увидел. Ну, что поделать? Жизнь, поэтому все меняется и какие-то новые этапы, может, в жизни. Ну, все, что не делать, все к лучшему. Какие задачи перед собой ставишь на новый сезон? Ну, понятное дело, что в «Спартаке» одна задача – это побеждать и выигрывать титулы. Вот, будем стараться, как бы, выкладываться по максимуму и стараемся уже остановить гегемонию «Зенита» и выиграть в чемпионате обязательно. И в кубке хочется побеждать, порадовать болельщиков. Это непростое для всех время. Была жеребьевка кубка, как тебе группа? Потому что многие говорят, что это группа смерти. Да нет, почему? Ну, так не сказал бы, как бы все команды сильные во всех группах. Там нельзя недооценивать, тем более в кубок. Все понимают, что это еще одна возможность побороться за титул, подняться вверх, проявить себя как уже индивидуальный футболист. Вот, поэтому любая группа и любые команды будут биться, и я думаю, матч будет зрелищный. Спасибо. Все, да не что.